Открываем. Предварительное мы можем говорить только о количестве обнаруженных в урне для голосования оценочных листов. То есть в целом за, по оценке деятельности органов исполнительной власти области обнаружено 132 оценочных листа. По голосованию за органы местного самоуправления обнаружено 123 оценочных листа. Если в оценочных листах будет обнаружено какие-то пожелания, рекомендации, которые прозвучали от имени жителей, участвовавших в голосовании, то мы также это будем фиксировать и передавать в оргкомитет.